Ивановская областная дума 6-го созыва готова к работе. Все формальности соблюдены. Сегодня в Малом зале правительства новым депутатам вручали мандаты. В новой думе 26 законодателей. В прошлом созыве их было 48. Есть депутаты со стажем, 13 человек, и новые лица. От депутатского кресла отказались Александр Фомин, Ольга Хасбулатова, Михаил Мень и еще несколько представителей исполнительной власти. После удачного выступления на выборах они предпочли остаться на своих прежних должностях. Они приступают к исполнению обязанностей с момента первого заседания Думы нового созыва. Первое заседание Думы созывает председатель областной избирательной комиссии. Распоряжение об этом я уже подписала. И первое заседание Ивановской областной Думы 6-го созыва состоится завтра. Поэтому с завтрашнего дня все избранные депутаты приступят к исполнению своих полномочий.